Дорогие товарищи, во-первых, я приветствую всех здесь, в доме Ульяновых и Елизаровых, где, как известно, жила сестра Ленина, мать Владимировича Ленина. Владимирович Ленин здесь бывал. И это место является историческим. Сейчас он, это здание находится в аренде Совета рабочих Ленинграда, который много сил тратит со своими помощниками на то, чтобы его поддерживать в надлежащем состоянии. Сегодня, дорогие товарищи, мы собрались для того, чтобы отметить 20 лет со дня создания российской общественно-политической газеты «Народная правда», которая аккредитована при Федеральном собрании Российской Федерации, при Законодательном собрании и администрации Санкт-Петербурга, и которая является органом трудового коллектива. Ну вот сегодня мы собрались для того, чтобы вспомнить, так сказать, историю газеты и еще раз напомнить, в чем состоит линия газеты, кому она служит, за что бьется и с кем. Вот об этом пойдет у нас речь. Здесь присутствуют люди в той или иной степени, причастные к созданию газеты, от тех, кто вообще участвовал в учреждении, как Виктор Аркадьевич, до тех, кто сейчас только начал помогать ее работе и тоже вносит в это дело свой заметный вклад. Вот для того, чтобы понять смысл появления «Народной правды», надо, конечно, подойти с точки зрения теории классовой борьбы. Все мы знаем, что и при социализме тоже шла классовая борьба, и до начала 50-х годов, можно сказать, до смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, в этой классовой борьбе выигрывал у нас в стране рабочий класс и его представители. Можно сказать, что сразу после смерти товарища Сталина вверх в Центральном комитете и в государственном аппарате взяли те люди, для которых служение делу рабочего класса, служение делу диктатуры пролетариата, это было делом неподходящим. И они буквально, как говорится, после первых дней, после смерти Сталина, начали совершенно другую линию деятельности. В качестве основной вехи, которую следует в этом плане отметить, надо назвать 22-й съезд КПСС, потому что это официальное партийное мероприятие, законный съезд правящей партии, который принял решение, что диктатура пролетариата себя уже исчерпала, она не нужна. Мы переходим к общенародному государству. Вместо цели, которая была в обоих программах партии, а именно обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, цель ставилась все более полное удовлетворение потребностей, скажем, есть, пьют, пусть больше пьют, едят, пусть больше едят, так сказать, не цель развития человека, не цель развития общества, а уже совсем другие, можно сказать, мелкобуржуазные цели и интересы стали во главу угла. И поэтому можно этот съезд назвать как политическое событие, оценить как политическое событие, как контрреволюционный переворот, который произошел в Советском Союзе. Ведь та собственность, которая у нас была в период социализма, общественная, она общественная не непосредственно, а через государство. Государственная собственность может быть общественной только если это государство рабочего класса. Если это не государство рабочего класса, то тогда собственность становится вовсе не общественной, а собственностью тех, кто этими средствами производства распоряжается, то есть номенклатуры. Партийно-государственная. И вот эта партийно-государственная верхушка, по существу, завладела общественными средствами производства. И после этого вся дальнейшая дорога, по которой они шли, при том, что они спорили друг с другом, иногда ссорились, как, скажем, сторонники ГКЧП с Горбачевым, но никто из них же не выступал за возвращение диктатуры пролетариата, за отказ от ревизионистской теории о том, что социализм – это товарное рыночное хозяйство. Нет. Значит, с того времени можно сказать, что представители рабочего класса оказались в меньшинстве. Они, конечно, не пропали, но они оказались и в меньшинстве, и в оппозиции. Потому что верхушка партийная и государственная предала дело рабочего класса, дело социализма. И поэтому в этом и была самая большая проблема. Шаги, которые после этого следовали в государственном управлении, а именно уничтожение министерств, которое сделал Хрущев, путем ликвидации их под видом создания совнархозов, создание отдельно партийных организаций аграрных и промышленных, с помощью которых можно было кадры, которые сложились в борьбе за социализм,
эти кадры перегнать сначала в сельские организации, а потом вообще отправить на заслуженный покой. Наконец, надо отметить экономическую реформу 1965 года, которой предшествовала псевдодискуссия, когда три человека, а именно харьковский Либерман, затем Кулагин, наш директор завода имени Свердлова, и Лев Абрамович Леонтьев, член-корреспондент Академии наук, выступили за то, что надо поставить во главу угла прибыль, объем реализации. И тут же в сентябре состоялся сентябрьский пленум, который быстро эту, так сказать, идею прокрутил. И с тех пор началось это самое движение на рынок, которое не Горбачев придумал, а Горбачев это движение продолжил. Надо сказать, что именно тогда в кругах экономистов, политэкономов пошла борьба вот с этим рыночным социализмом, с ориентацией на рынок. И я могу назвать имена, которые некоторые товарищи, которые здесь присутствуют, может быть, и не знают. Это Николай Владимирович Хесин из Московского государственного университета. Это Андрес Энрико Данилович. Энрико это, потому что он испанец, которого, когда была война в Испании, ребенка привезли в Советский Союз. И вот у него есть книжки по теории денег, его книжки, книжки Андреса и Галкина. Это Соголов Николай Александрович, завкафедрой политэкономии Московского государственного университета. Его хорошо знает Томилосина, она у него работала и училась. И от него и набралась, так сказать, хороших идей, надо сказать. Это Александр Иванович Кащенко из Ярославля. Это Анатолий Карпович Покрытан из Одессы. Это все доктора наук, которые выступили против движения на рынок. Это доктора наук, которые доказывали, что наше производство является непосредственно общественным. Вот я со своим коллегой Николаем Андреевичем Моисеенко, деканом экономического факультета нашего университета, подключился к этой, драке с рыночниками только в 1975 году. В 1975 году вышла наша книга, очень боевая, под очень спокойным названием «Демократический централизм. Основной принцип управления народным хозяйством», где мы назвали всех рыночников Ракитского, Либермана, Харьковского, Либермана, Московского, Кранрода и так далее. И по всем по ним прошлись. После чего они, так сказать, бегали, искали, когда у меня будет защита. А тот, кто издавал, редактор, сказал, ну, наверное, после этой книги у вас Николай Андреевич на пенсию, у вас Михаил Васильевич с работы, а я тоже с работы, я альпинистка, я буду в горы ходить. Тем не менее, книжка вышла большим тиражом в Лениздате, 15-тысячным. В следующем году мы в издательстве «Мысль» выпустили «Теория воспроизводства и управления», где повторили критику этих рыночников. И надо сказать, что с тех пор все больше и больше подключалось экономистов к этой борьбе. Это Виктор Георгиевич Долгов, это Василий Яковлевич Ельмеев, а независимо от нас совершенно, это Алексей Алексеевич Сергеев, который стал потом моим оппонентом. Надо сказать, и в области политической пошли движения совершенно нужные, правильные, интересные. А именно, завсектором теории революции Станислав Александрович, Станислав Алексеевич Александров, он выпустил два сборника «Маркс, Энгельс, Ленин о диктатуре пролетариата» и «Маркс, Энгельс, Ленин о борьбе с контрреволюцией». Я в журнале «Молодая гвардия» дал на них рецензию, на эти сборники, и, так сказать, получил даже премию журнала «Молодая гвардия». Тираж тогда журнала «Молодая гвардия» был 1 200 000 экземпляров. То есть надо сказать, что с этого времени, можно считать, пошла довольно активная борьба вот с этими извращениями социализма и теории, потому что если мы возьмем 22-й съезд, то доклад Хрущева был принят единогласно, предложение по изменению, резиденскому изменению программы, единогласно, и это самое печальное. То есть таков был уровень подготовки теоретической верхушки партийной или уровень разложения этой партийной верхушки, что они от главного вообще в марксизме, от самого важного отказались. Кстати, с помощью или под эгидой Станислава Александрова, завсектор теории революции из Института марксизма, ленинизма при ЦК КПСС, начался готовиться сборник о классовом подходе, который вот благодаря присутствующему здесь Ивану Михайловичу и благодаря вот Оле Озеровой, которая все это набирала и разбиралась с этим, который вот здесь присутствует работает. И сейчас работает вовсю. Благодаря этому, значит, нам удалось издать все-таки тот сборник, который был создан еще тогда, в то время. То есть я хочу сказать, что
активная борьба против этих возвращений началась. И уже в партийных документах стали появляться формулировки такого рода, что вот наше государство, став общенародным, не потеряло свой классовый характер. Или государство, или партия, став общенародной, осталась партией рабочего класса. То есть началось при Брежневе вот такое движение назад. Но потом, видимо, правые силы сделали очередной нажим, и появилось во всех редакциях указание большей руководящей роли рабочего класса, которое присутствовало вместо диктатуры рабочего класса, не употреблять, только ведущая роль. А чем отличается ведущая от руководящей? Вести может тот, кто не руководит. Вон ведущее колесо или ведущий мост. Это совсем не то же самое, что руль. Короче говоря, дальнейшее движение пошло в сторону борьбы с теорией марксизма-ленинизма в партии, и вся партийная верхушка сгнила окончательно. И даже те эксперименты, которые были, и к которым, так сказать, какое-то отношение имела наука, проводились таким образом. Проводится эксперимент, если он показал неверность каких-то шагов, то тогда они внедрялись. Так было с движением 3С. Самоокупаемость, самофинансирование, самостоятельность. Аганбегян, который был советником председателя Совета Министров, выступает на президиуме Академии Наук и говорит, что, как показала практика, этот эксперимент ничего хорошего не дает. Убирают Аганбегяна, ставят Абалкина. А Абалкин готов был сделать все, что угодно. И Абалкин был приятель чехословацкого ревизиониста Ренегата Оташика, и он повел прямо рыночную линию. Надо сказать, что благодаря Сергееву и другим экономистам ни на одной конференции научной не было принято решение о том, что надо двигаться на рынок. Никогда не удалось Горбачеву протащить ни на одной научной конференции решение, что надо вот двигаться нам на рынок. Поэтому они его, это движение, проделали чисто политическим, можно сказать, насильственным путем, о чем вот после этого вот говорил Виктор Аркадьевич на съезде. Надо сказать, что тем самым внутри партии сформировалось уже определенное, совершенно определенное марксистско-ленинское течение, которое вело активную борьбу, оно стало оформляться. Первый шаг в оформлении проделан был по инициативе Василия Чельмеева, доктор экономических и философских наук, заслуженного деятеля науки. В Ленинграде было создано общество научного коммунизма, ему туда все вошли. Вот Александр Сергеевич туда вошел, я туда вошел, другие товарищи. В Доме политпросвещения стал работать клуб «За и против», который по телевизору дискуссии все показывал. Ну и там выступали наши товарищи, и выступали убедительно, очень хорошо, и начали менять ситуацию и атмосферу вообще в Ленинграде. В Ленинграде уже часть партийного аппарата включилась в эту работу, и на уровне секретарей парткомов, я имею в виду вот Виктора Аркадьевича, Юрия Григорьевича, а также и на уровне орготдела обкома партии. Был такой Сушков за орготделом, который поддерживал эти движения по организации рабочего класса. Был создан городской совет политклубов рабочих, в организации которого принял участие первый секретарь Петроградского райкома партии Раков Юрий Евгеньевич. Он предоставил помещение в Петроградском районе. Было выделено помещение в ДК Ленсовета для организации рабочего класса и соответствующей работы. Облсовпрос предоставлял помещение и средства связи для организации. То есть надо сказать, что в партийном аппарате тоже началось движение по возвращению, так сказать, на социалистические основы. И, собственно, тогда вот был организован, когда начались здесь выборы, народные депутаты СССР, три кандидата, это Красавин, Игорь, рабочий русского дизеля, это Пыжов с Адмиралтейства, объединение, и я, мы выступили за создание Объединенного фронта трудящих. И народ валом пошел. Причем записывать мы стали, подготовились. Большой митинг сделала Салье у Кировского стадиона. Мы на этом митинге объявили за неделю до предполагавшегося создания Народного фронта о том, что создан Объединенный фронт трудящих, записывайтесь. Народ валом зашел, мы даже не знали, кому что, какие, так сказать, поручения давать. Просто люди шли рекой. И после этого, когда был создан Народный фронт уже, так сказать, противниками социализма и врагами социализма, а каждый раз, когда какая-нибудь была дискуссия, если Народный фронт что-то хочет, приглашали Объединенный фронт трудящих. И на радио, и на телевидение. То есть мы это сделали раньше, так сказать, вели это наступательно. И надо сказать, что довели это до создания Объединенного фронта трудящихся России. Объединенный фронт трудящихся России выдвинул кандидатов в президенты Макашова,
Кандидатом в вице-президенты был Алексей Алексеевич Сергеев. И надо сказать, что размах этой работы был очень велик. Профсоюзы нас поддерживали. На пленуме ВЦСПС выступил Федотов, ему было дано слово для доклада о выборах по производственным округам. Горбачев вынужден был в двух округах провести даже выборы, и эти выборы показали положительный опыт. Раз положительный, то, естественно, по заведенной тогда практике, тогда мы это не распространяем на всю страну. А если отрицательный, то распространяем. И вот из коммунистов, которые входили в Объединенный фронт трудящихся, туда входили не только члены партии, вот из этих коммунистов было создано движение коммунистической инициативы. Это движение коммунистической инициативы получило такой большой размах на съездах коммунистической инициативы, что, и вот надо сказать, что тогда очень активную организующую роль сыграл Виктор Аркадьевич, Юрий Григорьевич Терентьев в организации этого движения. Благодаря этой деятельности движения коммунистической инициативы стало ясно, что мы вот эту идею о том, что надо изгнать из партии проводящую антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева, в отличие от ГКЧП, который на эту тему помалкивал, мы это в полный голос говорили и печатали. Я, например, на пленуме обкома партии поставил вопрос о том, чтобы исключить. Но вот мы с Виктором Аркадьевичем проголосовали, Юрий Григорьевич проголосовал. 17 человек проголосовало за исключение Горбачева из партии, а остальные члены обкома партии проголосовали за другое, что не надо его исключать. То есть, конечно, мы были тогда в меньшинстве, но мы сегодня можем сказать, что, как рассказывают, что, дескать, развалился Советский Союз, ничего подобного. Была острейшая классовая борьба, и контрреволюция свершилась уже в 1961 году. Экономически она начала осуществляться в 1965 году, то есть 50 лет назад. И вот только 20 лет назад, можно сказать, нам удалось создать газету. Как бы создавалась газета, без которой никакое движение, конечно, мощи иметь не могло? Она создавалась после того, как была создана Компартия РСФСР. Значит, присутствующие здесь участвовали в создании Компартии РСФСР, потому что в создании Компартии РСФСР было заложено то, что там ревизионизма не будет. И ревизионизма в документах Компартии РСФСР нет. Там нет того, что вы можете прочитать в документах КПСС. Вот поэтому, значит, пытались держать Компартию РСФСР без газеты. Значит, тогда Виктор Аркадьевич, Виктор Георгиевич Долгов, значит, другие члены ЦК Компартии РСФСР, 22 человека, собрали в шапку деньги и сказали на пленуме, я на нем тоже присутствовал и наблюдал эту картину, если вы, Виктор Георгиевич там выступал, говорит, если вы сегодня не примете решение о создании газеты Компартии РСФСР, мы тогда вот берем эти денежки и учреждаем эти 22 члена ЦК газету, 22 члена, тем более тогда уже учреждали вовсю газету, нет проблем. И тогда заплакали Волосков, заныл Зюганов, что, дескать, вот, вы можете отправить нас на огороды, мы будем там копать, можете нам объявить выговор, но во всяком случае решение было принято. И даже генерал Лебедь, который сидел вот сзади меня, там, смотрю, там рык говорит, что партия без газеты, как это партия без газеты, партия не может быть без газеты. Короче говоря, пленум ЦК Компартии РСФСР принял это решение, и эта газета «Народная правда» родилась поэтому как продолжение и развитие вот этой классовой борьбы против антисоциалистических сил в СССР. То есть «Народная правда» появилась тогда, когда правда сгнила и стала рупором антисоциалистических сил. И в этом смысле «Народная правда», конечно, можно сказать, защитила честь русского народа. Потому что русский народ можно было обмануть. Многих обманули, большинство обманули, но не всех. И не надо сейчас представлять себе дело так, что вот все разбежались, никто не выступал, никто не боролся. Очень долго боролись и очень много боролись. И можно сказать, что мы сегодня отмечаем 20-летие этой борьбы. И не с самого начала. И не с самого начала. То есть эта борьба велась и никогда не прекращалась. И надо сказать, что с появлением «Народной правды» она приобрела большую мощь. Правда, именно потому, что это были уже самые что ни на есть перестроечные времена, 91-й год, даже деньги, которые нам должны были выделить, 900 тысяч рублей, не дошли, дошло 300 тысяч. И сразу же, буквально после переворота, когда объявили о запрете Компартии, о приостановлении деятельности КПСС, нам пришло письмо за подписью, написано Мельников, а подписано Ильин, секретарь по оргработе Компартии РСФСР, бывший, который требовал, чтобы мы сдали все дела и отдали на президентский счет деньги. Мы пошли и зарегистрировали газету в
Компечати СССР, в Комитете по печати. А когда Комитет по печати СССР был ликвидирован, в Комитете по печати РСФСР. То есть газета уже была зарегистрирована как газета трудового коллектива. Виктор Георгиевич, который ее, так сказать, основателем является, инициатором, он в это время был в отъезде. Мы собрали 13 человек, в частности, там и Федотов присутствовал, Борис Лаврентьевич, конечно, Федицев. И она была зарегистрирована как газета трудового коллектива. И вот с этой регистрацией она и существует до сего времени. Выходила газета «Еженедельник». Я смотрю на Тамару Борисовну, мне даже страшно становится, как они все это отправляли. «Еженедельник», 8 полос, 8 полос, вот такого же формата, 200 тысяч тираж. А Виктор Аркадьевич был тогда заместителем главного редактора по оргработе. И вот такую страшную организационную работу они проводили. Юрий Григорьевич Терентьев был заведующим политическим отделом, я был консультантом. То есть, короче говоря, газета оказалась такой елочкой, тут на каждой ветке сидели товарищи из РКРП, которые вели эту активную работу. РКРП появилась в 1991 году, когда наши друзья из КПР, СВСР стали рассказывать, что все запретят, что ничего нельзя, что у Ельцина на столе находится указ о запрещении всякой коммунистической деятельности. Мы им говорим, ну положите вы на стол Ельцина другой проект указа. Вот проблема наша. Не подписан же еще. Подали на регистрацию после учредительного съезда в Свердловске, нас зарегистрировали. И поэтому первой зарегистрированной коммунистической партией после контрреволюции оказалась Российская коммунистическая рабочая партия. И надо сказать, что долго, так сказать, они шли к тому, чтобы снять с нее регистрацию. Долго никак им это все не удавалось. И поэтому они вот сейчас мотают чисто в юридическом плане. Но надо сказать, что, еще раз сказать, что и подчеркнуть, что, конечно, это мощное движение, и мощное движение противоположное разложению социализма, организованное. То есть вот представители, которые здесь находится первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии Виктор Аркадьевич Тюлькин и тут его соратники. И надо сказать, что газета в этом смысле тоже сыграла большую роль, как газета, которая тут у нас расширяет. Это Волович. Волович, придется ему ответить. Сейчас к нам едет заведующий кафедрой политэкономии Волович Бородин. Это все мы и поменяли название кафедр. А он сказал, мы вот как были в кафедре политэкономии, так и останемся в Горном университете. И тоже, кстати, показал, что ничего, можно и обойтись без этого. Готовить президентские программы. Нет. В этом университете. А, да. Сейчас. Он приедет, он у нас Волович Бородин, известный поэт, доктор экономических наук, завкафедры, и будет нам читать стихи. То есть 200 тысяч тираж еженедельно, причем были заключены у нас договора со всеми, так сказать, крупнейшими городами и республиками в том числе. Скажем, я вот ездил в Минск, и заключили и с Минским союз печатью, и со всей Белорусской союз печатью договор, там с Волгоградом, с Ярославлем и так далее. Молдавии. И вот такие рулоны, эти были у присутствующих здесь, Татьяны Борисовны. В таком формате газета у нас выходила до 1993 года. Находились мы в это время в Смольном. Вот, надо сказать, что в Смольном нам не просто было находиться. Собчак норовил нас все время оттуда выгнать. Мы были на втором этаже, он на третьем. Ну и, наконец, они прекратили вход туда. Тогда по призыву Совета рабочих и при активном участии членов Российской коммунистической рабочей партии был весь Смольный закрыт, и в один прекрасный день ни одного работника Смольного, включая Собчака, на работу не пустили. Собчак приехал на Белой Волге, там стоял Андрей Журавлев и наш этот товарищ. Александр Сергеевич? Хнодель. И Кнодель. Два человека. Ну, вот Собчак покрутился, сел на эту свою белую Волгу и уехал обратно. Это показали в 6 секундах. А после того, как прошли переговоры в Доме политпросвещения в Совете рабочих с Тимофеевым, значит, управление делами подписало, что отменяется это распоряжение, и, так сказать, мы разрешили проход в Смольный. Вот такая была операция. Но это было до того времени, когда в людей еще не стреляли. Я думаю, что с 93 года уже наступили другие времена, когда уже били из танков по Белому дому. И вот в этот самый период, когда мы опубликовали номер, в котором было написано «Подавим путч Ельцина».
и раздавить гадину. Надо сказать, что вот в этот период газета была остановлена в связи с чрезвычайным положением в городе Москва, хотя и издавалась в Санкт-Петербурге. И наши все попытки здесь возобновить издание в течение этого месяца ни к чему не привели. Нам говорили, что у нас нет бумаги, там нет денег и так далее. И даже мы наличные деньги собрали. Короче говоря, вот эта операция по приостановке деятельности газеты на один месяц в период вот этого контрреволюционного путча, когда окончательно, так сказать, уже все формы, так сказать, советской власти были сброшены, и все даже названия. Надо сказать, что вот эта операция, она нанесла непоправимый ущерб нашей газете, потому что после этого мы выпали из газеты, которая идет, распространяется по подписке, и поэтому резко сократился наш тираж. Но газета продолжала выходить. Более того, нам пришлось переехать в другое помещение в связи с постоянными, так сказать, постоянной войной, которая у нас была в Смольном. Мы переехали на Белинского, и надо сказать, что тоже неспокойно, с большими боями, с постоянными судами, из КУГИ, с комитетом по печати. Мы в этом плане добрались до 2009 года. И вот с 2009 года мы находимся здесь. Что на сегодняшний день представляет собой газета «Народная правда»? На сегодняшний день газета «Народная правда» представляет собой орган рабочего движения России. Все, так сказать, что происходит серьезного, крупного, интересного, глубокого в рабочем движении России отражается. Газета «Народная правда» действует в союзе с «Трудовой Россией», с другими газетами и выполняет роль организации рабочего движения в России. Постепенно эту роль она выполняла и с самого начала, об этом будут говорить другие товарищи. Я бы хотел подчеркнуть, что сам факт вот этой постоянной, неуклонной борьбы и все время факт движения против течения, он заслуживает того, чтобы мы, так сказать, отметили это как очень позитивный момент. Что если люди борются, если они знают, за что борются, если они энергично выступают, то они добиваются успеха. У них бывает поражение, у них бывает ошибки, у них бывает отступление, но в целом они, так сказать, влияют на общественно-политическую жизнь страны. Поэтому «Народная правда» влияла, влияет и будет влиять на то, что происходит в России. Поэтому мы отмечаем это как некую веху на дальнейшем пути. В связи с этим, поскольку я обрисовал только общую картину и хотел бы подчеркнуть, что поэтому «Народная правда» не просто газета, которую какие-то любители газеты учредили, а это элемент общего, так сказать, революционного коммунистического движения, которое имелось в Советском Союзе, имеется в современной России. Я хотел бы передать слово Виктору Аркадьевичу, который был членом ЦК Компартии РСФСР. И то, что он стал членом ЦК, тоже было связано с движением коммунистической инициативы. Никто не хотел, чтобы тот же Долгов или Тюлькин были членами ЦК Компартии. Но у них ничего другого не получилось. Никто не хотел, чтобы Сергеев был членом ЦК КПСС, а им пришлось с этим смириться. Никто не хотел, чтобы целая сотня рабочих появилась на съезде, а мы приехали в Центральный комитет и не ушли, пока им не выдали пригласительные билеты и так далее. То есть надо сказать, что мы действовали очень активно, действовали против течения и, так сказать, продолжаем действовать в этом же плане. То есть мы служим не кому-то, а служим истине и служим рабочему классу. Виктор Аркадьевич, поскольку вы один из инициаторов, создателей газеты, учредителей, и поскольку я вот должен всех проинформировать, что Виктор Георгиевич Долгов, он просто не может, он уехал, его сейчас нету в городе. Вот, он просил всем передать большое, так сказать, поздравления и привет. И, так сказать, самый здесь, можно сказать, старейший из создателей газеты – это Виктор Аркадьевич Тюлькин. Я ему передаю слово. Значит, Михаил Васильевич значительно облегчил мне задачу. Можно будет уложиться в полчаса теперь. Да. У вас-то на 3 часа было заготовлено. Да. Погода благоприятствует, да, чтобы мы никуда не торопились. Вообще, это хорошо, что торопиться не надо, и можно повспоминать. Конечно. С одной стороны. И вот такой день и есть. А с другой стороны, как-то обобщить какие-то выводы сделать. Вот главное, конечно, это то, что нельзя назвать какой-то определенный день, вот день рождения «Народной правды». Даже тот, когда вышел первый номер газеты, да? Да, он пробный. Потому что, конечно, это процесс
И это рождение происходило в борьбе. Вот в борьбе тех тенденций и тех людей, о которых вспоминал Михаил Васильевич, и в борьбе тех классов, так сказать. И более того, я бы так сказал, что виновница одного большого события вот является в том числе и «Народная правда». Когда Бакатина спросили, это бывшего председателя КГБ СССР, друга Михаила Сергеевича, значит, на десятилетие перестройки, как вы думаете, вот где была ваша главная неудача, в чем она случилась с Михаилом Сергеевичем, с вами, с вашей всей командой? Он, подумавши, ответил примерно так, что, знаете, самая большая наша неудача, она состояла в том, что мы не сумели плавно подменить программные ценности КПСС на вполне социал-демократические. То есть, в принципе, у них цель была капитализм, но с красным знаменем, с управлением, с управляющей партией, ну и прочее. Вот не получилось. И одна из этих существенных помех – это «Народная правда», Компартия России, которая была создана, значит, та научная школа антирыночников, о которой Михаил Васильевич подробно рассказывал. Вот. И вспоминая вот те события, дни, чего бы хотелось обратить внимание, что само рождение происходило именно вопреки номенклатуре, которая, так сказать, кто сознательно, кто от души, а кто подневольно, но проводили ту линию, которую Политбюро, которое еще называлось Ленинским, генеральный секретарь там и прочее, прочее, гнали на рынок. Нашел. На социализм с человеческим лицом и так далее. А рождение и сопротивление чаще всего опиралось на инициативу низов. Да? И она везде, так сказать, проявлялась и на те призывы, которые, или просто даже не призывы, а информацию, которая, значит, звучала, находила отклики. И появлялись люди, причем люди и рядовые, и остепененные званиями и научными степенями, и даже номенклатурные деятели. Я вот вспоминаю такой случай. Это перед подготовкой еще съезда учредительного Компартии РСФСР тогда, когда уже известен был инициативный съезд Ленинграда, ДКИ движения. И мы пробивали приглашение на съезд тогда рабочих. Помните? Да. Значит, 100 человек минимум мы требовали. И в Москву ездили. И был такой у нас Сомряков Степан Степанович такой. Да, колоритный. Да, колоритная фигура, абсолютно лысый. Степан Степанович есть, все хорошо. С громовым голосом. И вот он, значит, ходил на прием к товарищу Манаенкову. Да? Значит, секретарь ЦК, тогда КПСС, который его принимал, а Степан Степанович свойственной ему прямотой рабочий резал. В стране идет измена. В стране нарастают, так сказать, частно-капиталистические тенденции. Дело рабочего класса находится под угрозой гибели. А во всем аппарате, знаешь, была такая мода, и как бы класс, вкус такой. У всех стояли стаканы с остро отточенными карандашами. Знаешь, красивые такие. Мы обычно оттуда возвращались, десяток карандашей с собой, значит, берет. И вот этот Манаенко сидит, значит, он себя сдерживает, но карандаш раз у него, один слом, потом второй, потом третий. А потом его секретарь рассказывает, что когда дед ушел, Сомряков, Манаенко сидел, сломал последние три карандаша и говорит, а вообще-то он прав. Значит, 6 августа, по-моему, да, был пленум ЦК. На этот пленум ЦК КПРСР мы привезли первый номер газеты. Значит, до ГКЧП оставалось буквально несколько дней. Именно тогда подал в отставку Полосков –
уже здорово истрёбанный, уставший. Со всех сторон на него, как собаки, демократические средства, там масса информации бросались. Кузьмич, Кузьмичи, Кузьмичи ползут, помнишь это самое? И встал вопрос, значит, до кого? В те времена неплохой репутацией пользовался Геннадий Андреевич Зюганов, поскольку он был близок ко всякого рода патриотическим кругам, во-первых, с газетой, с журналом «Молодая гвардия» там сотрудничал и, значит, выступил с письмом архитектору развалин. Хотя в те времена уже Яковлев был никем, так сказать, и его уже из партии там исключили многие звенья, типа инициативного съезда Ленина Андреева и прочее. И членом Политбюро он уже не был, но все-таки. И вот мы его тогда поддержали, а был объявлен перерыв. А сверху предложили товарища Купцова. И вот после этого перерыва, очевидно, поимев беседу с Михаилом Сергеевичем, Геннадий Андреевич выходит на трибуну и переминается, так сказать, краснеет, потеет и говорит, что да у меня и опыта-то маловато, и я плохо знаю промышленность. И я, так сказать, никогда не руководил тут реальными производственными процессами, и меня недостаточно в кругах руководителей там знают. Короче, со всех сторон Купцов более подходящая фигура. И поэтому, так сказать, я снимаю свою кандидатуру, он только пусть. И вот это я все к чему. Что сегодня уже историю переписывают, понимаешь? Особенно те, кто более-менее наверху, парламентское положение занимает и так далее. И сегодня тот же Зюганов, когда мы с ним, ну, иногда выясняем отношения, как герой выступаешь? Да как же ты можешь, Аркадьич? Да ведь я пробил газету «Да народная правда». Я лично перечислил вам 300 тысяч рублей. Я добился, чтобы 200 тонн бумаги газетной там отправили. Это при всем при том, что Михаил Васильевич абсолютно правильно говорил, что тормозили сколько могли. И уже прием был запущен. Ну, как всегда, Долгов изобретательностью отличался у нас, да? Что вот, шапкой, шапку-то нашли где-то там в августе, но она была такая, чуть ли не ушанка, так сказать. Бросаем сюда по четвертному или по 50 рублей тогда, кто кого что было. И, значит, учредим на эти деньги. Уже прижали задницей к стенке, чтобы отступать некуда было. И только под этим давлением, так сказать, вытащили. Однако сегодня, видишь, уже переписывают, что нет, так сказать, другие могли и прочее, прочее. Значит, именно на этом пленуме отвел, я помню, меня покойный Шейнин в сторону в перерыве в этом и попросил, что вы знаете, вы не обижаетесь, вы, так сказать, не расстраиваетесь от того, что не получается у вас сейчас пробить то, чего вы хотите, а мы тогда... Значит, хотели и на пост секретаря провести Долгова, и в Политбюро кого-нибудь включить, то есть развить наступление. Но вы подождите, я вам не могу сказать всего, но скоро будут события и будут большие изменения. Вот эти события и изменения вылились в то, что потом было названо ГКЧП. Здесь я хотел бы остановиться, ну, не то, что на деталях, сколько на общем, что ли, вот таком моменте. По большому счету ГКЧП, он выступил в своих заявлениях и обращениях за те же ценности, что и Михаил Сергеевич. Ну да. Они, правда, сказали, что в стране непорядок, и угроза, и есть опасность, и надо навести и там, порядок и так далее, но... Тот же социализм с человеческим лицом, те же рыночные структуры и ценности, также продолжим курс реформ и прочее, прочее. Безусловно, там были честные, порядочные люди. Я никогда там камень не брошу Вареникова, да, Валентина Ивановича, значит, и Лигачева. Ну, Лигачев не был членом ККЧП, ну, целый ряд других.
Стародубцев тоже он по-своему честно, безусловно. Но когда нет верных ориентиров, осей координат, вольно или невольно, люди даже с благими побуждениями сбиваются и на ту же тропинку ступают. Вот победил бы ГКЧП, ну, значит, курс-то был бы тот же. Только, может быть, с красным знаменем дольше бы шли, так сказать, и потом люди бы больше плевались, так сказать, у партии бы вела. Это я к тому, что вот то направление, которое я вела и ведет «Народная правда», и те люди, которые с ней связаны, и то движение, партия ЕРКРП, значит, они отличаются тем, что это направление является научно выверенным, значит, правильным и всесильным, потому что оно верно, да? И этим всегда отличались. Но для того, чтобы все-таки оставить время и другим выступающим, потом, может быть, будет второй, третий круг, можно будет еще отдельные моменты, да, вспомнить. Я бы хотел остановиться вот на каком моменте. Есть составные части, источники, так сказать, в целом движения, и научно выверенные, и политически правильные. Но есть еще один такой очень важный моральный момент, дух, что ли. Знаешь, бывают в жизни ситуации, когда никакие умные советы не нужны, и никто уже их не может дать, и когда надо только держать напряжение, понимаешь? Вот всякие «надо было», вот лучше бы так, а вот если бы мы, да кого-то... На... Это все может быть или потом, или до того, или где-то, а сейчас вот надо держать и держать. И вот как символ, что ли, этой стойкости такой, как символ умения выполнять вот эту функцию, которая должна быть присуща всем, значит, начиная от вождей и заканчивая рядовыми бойцами на флоте от матроса и до адмирала, да? Вот как этот символ я хочу подарить коллективу, газете «Народная правда», вот этот небольшой элемент, который называется заклепка с борта крейсера «Аврора». Вот выполнять эту функцию, как выполняет вот эта заклепка. Понимаешь, держать и ничего больше. Причем держать во что бы то ни стало, как бы трудно не было. Потому как если один элемент сдаст, за ним другой, посыпется весь шов. И потом уже, может быть, никакие героические усилия команды и никакие, так сказать, насосы не спасут положение. Все это самое. Поэтому дарим от ЦК РКРП. Спасибо, знак уважения, всего коллектива. И знак, так сказать, уверенности, что будем стоять. Здесь все эти слова написаны. Понятно, так сказать, посмотрим. А это вам, товарищи из Греции, второй номер журнала «Комобзор», но на английском языке, я сказал, что справится. Да, справится, да. Если что, да. Возьмем словарь. Жалко, что не на греческом, конечно. Ну, это вопрос. Спасибо. Значит, сейчас слово будет предоставлено первому заместителю главного редактора, доценту Герасимову Ивану Михайловичу. Иван Михайлович, вам передается на хранение, в архив, на вечное. Передайте, пожалуйста, более вечное, чем... С учетом молодости. Пропадет, да вместе с этим, вместе с архивом. Ну, смотрите, за голову вам тогда не сносить. Заклепку не дают для того, чтобы пропало. Значит, слово Ивану Михайловичу Герасимову. Если сравнить, так сказать, «Народную правду», ну, можно... Куда перейдет? Что сделать? История «Народной правды» вообще делится на два больших периода. Это до октября 93 года и после октября 93. И вот если взять газеты первого периода, то, во-первых, там, конечно, они гораздо более профессионально сделаны. Был мощный коллектив в редакции. В числе прочего, меня тогда там не было, я был вспоминанием старших товарищей судов. Пять корректоров было, только лишь поэтому всяких корректоров там было меньше. И газета, конечно, была корреспондентская сеть,
по всему СНГ практически. Были хорошие, интересные репортажи. И, в общем-то, газета была такая, какая-то упругая. Может быть, это от того, что Дождов такой энергичный был. Может, от того, что там народу много было. Какая-то она была такая упругая, более динамичная. Вот номер. Номер 20 за май 92 года, один из первых номеров. Целая полоса отведена выступлению председателю Всероссийского исполкома Совета рабочих Дмитрию Егошину. Власть будут брать наши советы. Больше, в общем-то, при всем своем уважении к Советской России, к другим газетам, никто, в общем-то, так не выступал. Вот. И здесь, пожалуй, вот наша газета была, несмотря на то, что маловато в то время, может, уделяли внимание таким вещам, но вот, тем не менее, была практически единственной, кто такие вопросы широко поднимал. Далее, в 38-м номере, за тот же 92-й год, большой материал, как заключить коллективный договор. Я вот помню, то на партсобрании Выборгской парторганизации, вообще были голоса такие, что это вы даете, тут надо свергать эту власть, а тут какой-то коллективный договор, экономические требования. Почитайте, что Владимир Ильич писал в работе «Что делать про экономизм». Вот. Но вот, тем не менее, конечно, это большое очень дело, потому что коллективный договор – это внутренний закон предприятия. Привычка разрабатывать, заключать и отстаивать коллективные договоры – это такая привычка, которая позволит, конечно, рабочим колоссально вырасти и колоссально придвинуться к задачам непосредственного взятия власти, непосредственного управления страной. А не перешагнув через эту ступень, к этим задачам не приблизиться. Вот это вот такой был материал тоже, где-то как-то эпохальный. Но надо сказать, полностью все-таки осознали мы значение коллективных договоров только уже где-то в середине 90-х годов. Там уже было более развитое это движение, но вот, тем не менее, первая расточка опять же была газета «Народная правда». После 93-го года Михаил Васильевич на этом не останавливался в своем выступлении. Деятельность нашей газеты сильно очень затруднилась. Чем она затруднилась? Дело в том, что в результате, кратковременно можно сказать, у нас победил путч. Где-то на протяжении где-то полутора месяцев у нас, можно сказать, была фашистская диктатура без демократических органов, без ничего, до созыва Думы. Откровенная, открытая террористическая диктатура буржуазии. За это время была полностью сломана наша система распространения. Были зажаты все деньги, которые Союз Печати или Роспечать, я не знаю, кто тогда был. Роспечать была должна нам за газеты. Таким образом, газету совершенно подкосили экономически. И она, что называется, залегла на некоторое время. Ругалась она после этого несколько лет в виде совместных выпусков «Рабочая народная правда» и «Рабочая идея». Но эти уже выпуски были почти целиком посвящены рабочему движению. Значит, далее, естественным эпизодом жизни народной правды была борьба за проект Трудового кодекса. Разработанный фондом рабочей академии, главным образом товарищами Поповым и Федотовым. У этого кодекса отдельно имеется история, которую, в общем-то, возможно, будут потом изучать, как элемент истории рабочего движения России. Появился в начале проект какой-то гнусный, напечатанный в российской газете. В 96-м году это было. Был этот гнусный проект напечатан, против него выступали многие, но альтернативы своей позитивной, в общем-то, как-то и не было. И вот Федотов этим вопросом обеспокоился, и вместе с Поповым Михаилом Васильевичем они разработали альтернативный проект Трудового кодекса. На Российском комитете рабочих на заседании депутат от КПРФ Государственной Думы Корсаков поклялся этот проект в Думу внести. Ну и что-то он там поклялся, и чего-то, так сказать, сидит и не вносит. Пришло в газете «За рабочие дела» дать жесткий материал по этому поводу, была карикатура злобная, нарисованная, и был стишок, который начинался со слов «По Госдуме ходит парень, с виду вроде ничего». После этого материала началось шевеление в Госдуме. Товарищ Григорьев от РКРП депутат, а также Ионов и Жандыбин, Трудовой кодекс наш вносил. Но они его
полностью не внесли, они его занесли в Совет Думы, и он там благополучно и остался. Потом выяснилось, что официально он не внесет. Значит, внес его под конец уже своей деятельности в Думе того созыва депутата Валианика, Мурат Георгиевич. Депутата Валианика. И вот этот кодекс он в Думе закрепил. В дальнейшем была вторая версия этого кодекса, усиленная, разработана с участием авиадиспетчеров, и ее внес в Думу товарищ Шейн. Товарищ Шейн, который тогда еще был товарищем. И вот у нас, что, какой вклад здесь внесла «Народная правда»? Во-первых, она напечатала материал, посвященный грядущему кодексу. Потом, самое главное, она напечатала сам трудовой кодекс России тиражом 10 тысяч экземпляров. Так как трудовой кодекс, это, можно сказать, брошюра, то для брошюры это тираж колоссальный. Вот сейчас вот тут товарищ Казенов свою брошюру выпустил, так там возмещается 100-120 экземпляров, где-то счет идет на десятки экземпляров. А тут 10 тысяч экземпляров была выпущен Трудовой кодекс России. И это, вообще говоря, роль сыграла очень большую в дальнейшем. В дальнейшем, в ходе выборов в Думу, Трудовой кодекс активно в ходе своей избирательной кампании пропагандировал товарища Валиани. И вот на его средства была выпущена газета. Основную лямку, конечно, по Трудовому кодексу тянула газета «За рабочее дело». Но в газете «Народная правда» номер один за 2000 год был, так сказать, как говорят, дайджест опубликован всех лучших материалов по Трудовому кодексу. И эта газета была отпечатана тиражом аж 50 тысяч экземпляров, что, вообще говоря, никак не мало, и разошлась по всей стране. В общем-то, роль она свою тоже сыграла. Значит, а роль эта, она выразилась в чем сейчас? Что, когда голосовали за проект «Экзота», то первое место набрав, естественно, правительственный проект. Не правительственный. Но... Правительственный вообще сняли. Комиссии шли. Да, проект этот. Ну, и за него правительство, «Единая Россия» за него голосовала. Вот. Проект тогда Шмаковский. Тогда не было «Единой России». Проект Шмаковский, но он, надо сказать, все-таки был таким компромиссным по сравнению с тем, что выдвинуло официально правительственный проект. И вот он действует сейчас, но и надо сказать, в его рамках, в общем-то, как-то все-таки бороться можно. Нельзя сказать, что он совсем уж был отвратительный. Вот. А наш проект был на втором месте. Вернее так, они были на втором и на третьем. Дело в том, что последнюю версию проекта выдвинул Шейн, а предыдущая версия проекта, выдвинутая в Лиане, ее снять нельзя было с рассмотрения, и она точно так же стояла на голосовании. Вот второе и третье места заняли наши проекты. Причем за наш проект проголосовали 189 депутатов. 226 надо было для того, чтобы он прошел, мне вот немножко не хватило. Значит, забегая вперед, скажу, что за поправки было еще голосование потом, через полгода где-то по поправкам в Трудовой кодекс, которые приблизили бы его практически к нашему, проголосовало уже 222 человека. То есть 4 человек не хватило до того, чтобы эти поправки были бы внесены, и, соответственно, были бы это очень хорошие изменения в трудовом законодательстве. Ну, в общем-то, здесь заслуга, конечно, во многом «Народной правды». После этой эпопеи «Народная правда» внесла колоссальную роль в становлении Российской партии труда. Это вот была партия, которую пытались, первая попытка организованных профсоюзов, рабочих профсоюзов, реально действующих профсоюзов, организовать свою политическую партию, выйти на новый уровень. Вот это в ходе этой попытки, в общем-то, была все равно определенная работа проделана, остался определенный сухой осадок из связей, знакомств и так далее. Но она тогда сорвалась, по понятным совершенно причинам. Вот. Но вот роль газеты, газета эта «Народная правда» была тогда главной вот этой партийной газетой, и в ней выступали с удовольствием многие деятели соцпрофа, и, надо сказать, деятели, по своим убеждениям, но они практически от нас не отличались, по крайней мере, судя по тому, что они писали в газете. Очень хорошо они выступали. Когда отличались, мы их не публиковали. Ну, это само собой. Вот.
это был определенный этап. Поэтому мы не отличались. Далее, большое дело, также организованное газетой, это освещение забастовки докеров. В общем-то, забастовка докеров – это одно из крупнейших событий в рабочем движении современной России. И, как признала официально даже администрация порта, информационную войну мы выиграли. Основную тяжесть там вынес, конечно, вынесла газета «За рабочее дело», спецвыпуски «Докер». Ну вот «Народная правда» тиражом 50 тысяч экземпляров тоже выпустила специальный номер, очень красивый. Конечно, здесь не так все оформлено, как в «Докере». Конечно, здесь все намного красивее. И, в общем-то, это такой номер знаменательный. Знаменательный. Правда, о забастовке докеров. И со статьей Бушина была, был номер. Да-да-да, там второй. Ну, я сейчас вот, пусть Толя Погидар посмотрит. Там была замечательный материал Бушина. Ну, интересная газета. И там и лица людей, и красиво все подано хорошо. Вот такой вот была знаменательная газета. Потом она подробно, газета наша, интервью с Ковалевым там было о забастовке авиадиспетчеров. Забастовка авиадиспетчеров тоже очень большой интерес представляет. Ну, правда, там не было таких масс больших, которые бы боролись, потому что авиадиспетчеров их все-таки мало в каждом аэропорту. Но там зато всякие тонкости, так там интеллект там бурлив в этих акциях авиадиспетчеров. И они с интеллектуальной такой точки зрения очень познавательны и очень интересны. Тоже вот наша газета это выпустила. Сейчас газета «Народная правда», она, в общем-то, приходится слышать, что это даже типа как вот как бы бюллетень такой вот, как мне говорили. Она освещает работу Российского комитета рабочих, освещает работу Ленинской конференции в Разливе, это делается на регулярной основе. Ну и плюс бывают, типа, бывают пиары, типа вот социалистический проект для России, где теоретические материалы довольно неплохие были опубликованы, и тоже большим 50-тысячным тиражом или 30. Про миллионник, скажите вам. А вы не говорили? Да вы что? Была выпущена газета, расцвет ее пришелся на 2000 год, газеты нашей, когда благодаря, в частности, Владимиру Анатольевичу Яковлеву была возможность финансово издавать. И тогда же был издан миллионный номер, ой, миллионным тиражом один из номеров газеты. Ну и мне коллеги по кафедре говорили, вот это да, заходишь в трамвай, всюду на каждом кресле сидит, и прямо вот видно, «Народная правда», «Народная правда», «Народная правда», сзади на вагон посмотришь, все вот так вот это самое. Ну, миллион это КамАЗ, КамАЗ, два. Он еле ехал. Два КамАЗа. 27 тонн. Вот, ну, два КамАЗа. Второй не смог стронуться с места. Да. Это, конечно, очень сильный был момент. И тогда вот Яковлев победил. И вот эта победа была трудная. И во многом благодаря вот этим вещам. И видно, что, в общем-то, научные силы и рабочие движения, они есть, они соединяются. Задачи реальные решаются. Говорит, что тут бурный рост не приходится, но рост есть, тенденция к росту. Думаю, что она, конечно, будет нарастать. И роль нашей газеты, в общем-то, в этом, конечно, есть. И роль, как мне видится, не маленькая. По крайней мере, о рабочем движении и о научном социализме. Если кто-то еще знает, кто где пишет, пусть скажут. Я вот такого не знаю. Все, спасибо. Спасибо, Иван Михайлович. У нас есть, кроме первого заместителя, еще много заместителей, как в любой серьезной организации. Вот самый первый из этих заместителей, самый первый из простых заместителей, это доктор философских наук, профессор Казенов Александр Сергеевич, профессор Ленинградского государственного университета. Спасибо. Газета «Народная правда» организована и работала в соответствии с глубокой теорией, разработанной Владимиром Ильичем Лениным, не первый раз, слышу. До ним в какой-то мере Марксом, Энгельсом. Поэтому газета стала коллективным пропагандистом, коллективным организатором, коллективным вдохновителем и собирателем тех сил, которые боролись за коммунизм, за социализм, за светлое будущее, боролись против наступавшей контрреволюции. И фактически более последовательной, более умной газеты ни в то время, ни сейчас, я думаю, что нет.
Почему это произошло? Потому что ей удалось довольно быстро аккумулировать тот потенциал интеллектуальный, организационный, который был развит в советское время и проявился в годы контрреволюции. Скажем, клуб «За и против». Он собирал массу интеллектуальных людей не только из Ленинграда, но и из других городов и из Москвы. Приезжали выдающиеся ученые, политические деятели, вот, в том числе такие замечательные, вот сегодня их уже вспоминали, значит, Алексеев, Ерёмин, Ричард Иванович Косолапов, редактор журнала «Коммунист», многие другие. И вот эту всю энергию, значит, и Коммунистическая партия РСР, и Народная правда, они умело аккумулировали. Почему? Потому что я думаю, что здесь собрался такой вот костяк молодых тогда ученых, который сумел это дело поставить именно на теоретической основе, на марксистско-ленинской основе. Это были люди грамотные, активные, молодые. Сегодня вспоминаешь, это же с тех пор прошло 20 лет, мы сегодня отмечаем. Тогда им было где-то 40. Это значит треть наиболее цветущей, активной жизни. Значит, они провели в редакции «Народной правды», посвятили себя вот этой вот борьбе. На это способны немногие люди. И на это способны только люди, убежденные, знающие, понимающие, понимающие, что другого пути для знающего человека нету. Ну, некоторые из них вот тут сидят за столом. Значит, профессор Попов Михаил Васильевич, профессор Бородин. Вот. Бородин, да. Есть некоторые другие товарищи тут. Виктор Аркадьевич Тюлькин. Вот, ну я ваш покорный слуга в какой-то мере, в какой-то степени. И вот этот вот дух чувствовали, видимо, люди, поэтому отзывались. Вот Михаил Васильевич говорит, что на призыв собраться в Объединенный фронт трудящиеся откликнулись масса людей. Почему? Потому что наши товарищи выступали на телевидении, выступали в газетах, в том числе вот в «Ленинградской правде», тогда газета обкома. Значит, были более-менее известны их взгляды, и значительная часть петербуржцев, и я думаю, и россиян, разделяла эти взгляды, поддерживала, чувствовала справедливость этих взглядов. И мне кажется, именно поэтому газета удалась. Я думаю, что это единственная газета за всю историю СССР и нынешнего времени, которая следовала наставлению Владимира Ильича, который он дал, значит, редакции одного философского журнала. Владимир Ильич писал: конечно, работа такого изучения, имелось в виду диалектика, наука, логика, конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды гегельской диалектики чрезвычайно трудна. И, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон. Печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшей истории, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала под знаменем марксизма должна быть, на мой взгляд, своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Вот других редакций такого рода в СССР не было. Хотя это им было прямым указанием, что вы должны изучать, значит, диалектику, диалектическую логику. Но изучать не только ее отдельно, изолированно, а в контексте всего учения марксизма. И я думаю, что та слабость ГКЧП, уже очевидная гнилость, та неверная политика хрущевско-брежневского периода, которые были, они были напрямую связаны с идейной неподготовленностью, неизучением главных произведений и в том числе, значит, диалектики как души марксизма, по выражению Ленина.
И мне кажется, что то, что в нашей редакции или среди людей, связанных с нашей редакцией, так много изучают науку логики, наряду с «Капиталом» там, и другими произведениями, я думаю, что это и дает ту крепость духовную, которая проявляется в организационной крепости и в точной тактике и стратегии, которую мы проводим, и при относительной, значит, малочисленности редакции, друзей газеты «Народная правда», мы достигаем чрезвычайно больших успехов, о которых вот товарищи здесь, значит, поведали. Ну и чтобы не быть голословным, скажем, Михаил Васильевич Попов издал фактически три книги, ну, одну вместе с Золотовым «Диалектика Гегеля», другую «Диалектика как метод философии истории», третью «Лекции по философии истории», где фактически показывается, как диалектика, диалектическая логика применяется в истории и как логика высвечивает суть, нерв движения истории. И мне кажется, конечно, значит, вот здесь авторитет Михаила Васильевича, его такие интеллектуальные усилия, организационные, они в значительной мере определены вот этой вот глубокой подготовкой. Ну и я думаю, что правильно, конечно, делают товарищи из редакции газеты «Народная правда», которые изучают науку логики, публикуют статьи о науке логики. «Народная правда» опубликовала несколько рецензий по разного рода, значит, диалектическим работам, по книгам о Гегеле, по истории с точки зрения такого диалектического рассмотрения. Ну вот недавно было в «Правде труда», совместном выпуске «Правда труда» и «За рабочее дело», значит, моя статья о преемственности гегелевской философии, значит, где я показал связь марксизма, философии Гегеля с наукой логики Гегеля. И я думаю и уверен, что и дальше мы будем действовать, конечно, вот в таком же ключе. Ну и Ас Грешный тоже, значит, много работал в этом направлении и свои труды последних лет подытожил вот в такой книжечке «Диалектика как высший метод познания», которая посвящена пропаганде, скорее, науки логики Гегеля. Отчасти тут исследовательские материалы, как Маркс изучал науку логики Гегеля и что он делал в диалектике, как Энгельс изучал и что он делал, как Ленин изучал и что он делал. Значит, вот категорию бытия так немножко покомментировал. Я думаю, что этот комментарий будет полезен. Ну и последние тут где-то моменты, значит, идея реализовывалась, и мне пришла мысль, не опубликовать ли мне, значит, самое начало науки Гегеля. Оно очень трудно для восприятия. Там, значит, начало несколько букв, параграфы там 15, один 15 строк, другой 15 строк, третий чуть больше. А комментариев там очень много. Почему? Потому что эти вещи, с одной стороны, чрезвычайно просты, с другой стороны, в силу этой простоты чрезвычайно сложны. И вот Гегель там прибавление, примечание, объяснение, дополнение, все хочет донести. Вот. Тогда он заботился, чтобы его поняли. Теперь, когда мы его поняли, в общем, можно немножко пока для начала от этого отойти. И мне кажется, кто вот почитает самого Гегеля, он вот здесь, он очень просто схватит там 3-4 основные мысли, которые, значит, имеются. Ну и моим товарищам, которыми я изучал науку логики, я эту книжку сегодня как в качестве презентации подарю. Ну и, конечно, первый экземпляр автор преподносит вдохновителю и организатору издания этой книжицы, дорогому Михаилу Васильевичу Попову. 27.08.11, день рождения Гегеля сегодня. Субботник в Саблино в честь 20-летия «Народной правды». Так вы в честь «Народной правды» или в честь Гегеля выступаете? И в честь Гегеля, и в честь «Народной правды». Виктор Аркадьевич Тюркину. Короткая хоть книгу дали. Сергей Михайлович Шульзенко. Ивану Михайловичу Герасимову. Борису Николаевичу Гавшину. Служил России Казенову. Спасибо. Константину Константиновичу Шабусову.
Благодарю, Александр Сергеевич. Это все. Значит, товарищи не один год изучают логику. Владимиру Дмитриевичу Астахову. О, коменданту. Если это будет первая книга, которую он прочтет. Наконец он саму науку логики прочтет. Там параграфы Гегеля есть. Есть, да. Степан Степановичу Самсоненко. Выпускнику Матмеха. Виктор Ивановичу Галко. Ну и те товарищи, кто приступит к изучению науки логики, тоже в свое время получат экземпляр. Спасибо. Все, до перспективы. Я уже говорил, что Василий Николаевич Волович, когда к нему пришли с предложением переименовать кафедру политэкономии в какую-нибудь экономическую теорию, он совсем по-другому отнесся, чем громадное большинство его коллег. Он вышел на ученый совет и доказал, что кафедра должна по-прежнему называться кафедрой политэкономии и твердо, так сказать, ведет марксистскую линию в преподавании, в науке. И, между прочим, у нас его даже украли с конференции, потому что раньше к нему обратились телевизионщики, когда узнали, что конференция. Пригласили, и он в открытом прямом эфире всех, так сказать, спорщиков там переспорил. И это было феноменальное выступление на ленинградском телевидении в прямом эфире. Ну вот, он, я думаю, сам скажет, что он думает по поводу «Народной правды», ее 20-летия и своей деятельности как автора, и в том числе автора-поэта. Уважаемые друзья, я понимаю, друзья, потому что единомышленники, я так понимаю, здесь собран, значит, и друзья. Скажу следующее. Во-первых, я поздравляю главного редактора Михаила Васильевича и его не менее способных, я бы сказал, и выдающихся людей, которые участвуют в выпуске этой газеты. Вот смотрите, ведь 20 лет. Что значит 20 лет? Смутное время, печатное издание, которое практически направлено против того общественного строя, который сложился 20 лет. И это издание существует. Моя статья, последняя, знаменитая, вышла, называется так: «Мировой кризис в российском измерении», в международном журнале «Проблемы современной экономики». Уже пошли ссылки у известных ученых и так далее, где я с марксистских позиций, если кого интересует, в интернете есть статья, и полезно прочитать, раскрыл суть нынешнего кризиса и его перспективу. А перспектива такова у капитализма, что этот кризис не последний, был и будет дальше этот кризис сотрясать эту систему. Более того, в нашей последней монографии, где я являюсь научным редактором, она тоже есть в интернете, тоже полезна для вас, она называется «Объективная реальность и лженаука», и я там во введении прямо говорю, что капитализм как способ производства исторически жил в себя. У него нет нет перспективы, потому что его спасает не его внутренние источники развития, а его спасает государство. Вы скажете, это слова, это когда же, что? История – длительный процесс. Но для меня, для ученого, это ясно, очевидно. Нет у этого исторического способа производства прогрессивного движения. Изначально было, сейчас тупик. Я здесь выступаю не только ученый, а сколько соавтор этой газеты, потому что помимо того, что я ученый, я еще и поэт, состоявшийся поэт. Мною издано 8 сборников стихов, и последний «Наедине с любовью» — очень такой сборник значительный. Он находится в центральных библиотеках, в нашей национальной библиотеке, в московской и так далее. Под моей редакцией, как поэта, выходит прогрессивный журнал «Русское слово», который идет, кстати, и за границу, включая Соединенные Штаты, Германию и так далее, где печатаются наши настоящие патриоты, в большей части русские поэты, писатели: Орлов, Коняев и так далее. И ваш, так сказать, слуга.
Я благодарен «Народной правде», потому что она меня публикует уже постоянно, где-то лет 15 публиковала. Я помню, с какой я гордостью, даже с подъемом, хотя я уже состоявшийся ученый, поэт, я приходил, и когда мне Михаил Васильевич перед выходом на Дворцовую площадь, а тогда мы ходили на Дворцовую площадь в смутное время, были митинги у нас, отдавал газету, я раскрывал, и там мои стихи. И мне, конечно, моя грудь наполнялась гордостью. Но не только. Я несколько лет назад приехал оппонировать диссертацию в Казань, и мне там интеллектуальные люди, профессорская семья, говорит: «Василий Николаевич, а мы вас знаем не только как ученого известного, а мы знаем вас как поэта». Как? А вот «Народная правда», мы ее читаем. Так что газету нашу читает. Газета действительно носит взвешенный научный характер, и такие издания нужны. И то, что она в смутное время существует уже 20 лет, это говорит само о себе или про себя. Я сегодня вам прочитаю несколько стихотворений, опубликованных из журнала «Русское слово». Последний он вышел в 2010 году, сейчас мы готовим в 2011 году. Итак, как говорится, начнем. Вот у меня последний из стихов, называется «Элита». У меня много коротких афористичных стихов. Михаил Васильевич печатал, знает. «По Платону элита – философы, а по нынешним меркам – жулье. Вот с такими народ ты колоссами строишь счастье больное свое». Потом я вам скажу, что вот говоря о народе, я уже и как ученый, общесовет, и как поэт, я вам скажу, что мы преувеличивали иной раз роль народа. Дело в том, что я как марксист вот эту запомнил фразу марксистскую: «Народ делает истории». А вот на нынешнем повороте я вижу, далеко народ не делает историю. Народ тоже, с народом не надо заигрывать, не надо сюсюкать, не надо из него делать конфетку. Народ тоже не очень однообразный. У меня в том же журнале была статья, кстати, о рабочем классе, где я открыто пишу, что нынешнее состояние общества, как сказал мне ученый, ушедший в тот и мир, он говорил: «Василий, не переживай, народа нет, осталось население». То есть обыватели. И в моей статье о рабочем классе, которая была опубликована года два назад в том же международном журнале, я пишу открыто, что в большинстве своем нынешний народ – это носитель мелкобуржуазной психологии. А это вещь очень опасная. Читайте Ленина, и вы поймете, в чем проблема. Стих у меня называется «Казино». «Табун машин у казино пасется, скучает с жезлом молодой пастух полицейский. Набычившись, сюда и джип несется под увядающий трамвая стук. Здесь за ночь миллионы прожигают Россию, обобравшие тузы. Они удачи нагло предлагают озвученные шулерством азы. Их выигрыш как тысяч ограбления, а ты гроши свои по-рабски жди, ешь демократию с их позволения, на выборы продажные ходи». Здорово. Вы представляете заместителю главного редактора Российской общественно-политической газеты, исполнительному директору Фонда рабочей академии, кандидату экономических наук, полковнику милиции Гавшину. Вы не говорили «приготовиться». А у нас милиционеры всегда готовы. Нет. Приготовиться Виктор Ивановичу. Дорогие товарищи, мы сегодня отмечаем 20 лет Российской общественно-политической газеты «Народная правда». И начиная от ее истоков и кончая сегодняшнего дня, «Народная правда» как газета ставила всегда задачи и вопросы промышленности, понимая, что без мощной промышленности не будет и движения вперед, и не будет мощной страны. Особенно была активность тогда, когда озвучили стратегию развития России до 2020 года, уходивший с поста президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на расширенном заседании Госсовета. И если говорят, что есть оппозиционные тенденции, но как в каждом движении есть и
те направления, и оппозиция можно рассматривать те, когда есть буржуазное общество, когда есть комбрадорская буржуазия, вот она является оппозиционной в отношении национальных интересов России, мощного государства, мощной нашей страны. И не случайно народная правда, и это помогло нам отстаивать народную правду в многочисленных судах, это то, что публиковала народная правда, ежегодное послание президента России Федеральному собранию и активность по промышленности. Я вот взял газету, когда в 2008 году газета полностью была посвящена промышленности. Стратегия развития России до 2020 года. В рамках этой стратегии прекрасная статья Казенова, моя статья. Уже кого нет, ректора Московского государственного технического университета МАМИ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации Кравцовой Валентины Ильиничны, ныне зав. Кафедры экономической теории и маркетинга, рабочих наших товарищей ЗИЛа из Санкт-Петербурга, и полностью посвящена была промышленности. Читателям и гражданам России, благодаря Ивану Михайловичу, эти все газеты и сейчас можно прочитать на сайте в любой точке мира. Полностью есть и моя статья, есть другие статьи, посвященные полностью промышленности. Почему в основу взяли автомобильную отрасль? Ну, по поручению главного редактора мне было поручено быть руководителем разработки государственной программы возрождения и развития отечественного автопрома, поскольку первое у меня высшее образование – это инженерное, как раз автомобильное. И поскольку я работаю в Московском государственном техническом университете МАМИ, специализирующийся как раз на разработке и внедрении автомобилей, и как раз сочетая то направление, которое идет у меня по Москве, и газета, которая здесь есть в Санкт-Петербурге, это как раз два те направления, которые только дополняют. И все даже научно-практические конференции, а их у нас прошло 5, ставилась задача показать актуальность ленинских идей для развития России, для решения проблем развития современной России. И выступая на международных научно-практических конференциях в Шалаше, многие ученые как раз именно затрагивают экономические области, и промышленность – это неотъемлемая часть экономики России. И в последней газете, где опубликована прекрасная передовичка главного редактора профессора Попова Михаила Васильевича, заслуженного деятеля и члена, действительно члена Петровской академии. Будет. Здесь очень интересная статья. Не дадут. Деньги чего? Для развития экономики. Наш корреспондент Виктор Иванов очень хорошо и понятно разъясняет читателям и всем гражданам, куда деньги уходят и как нужно направлять, чтобы развивалась экономика страны и промышленность. И в Нижнем Новгороде, вырабатывая решение, прекрасная, готовая резолюция, в том числе и для руководителей страны, о борьбе с выводом промышленных предприятий из городов, поскольку первую часть вопроса достаточно часто решают хорошо, и вывод предприятий есть, а вот второй части, где бы ввод, этого нет. Во времена Сталина, которого сейчас модно ругать, как раз оставалось производство в полном объеме
на территории европейской части, а на Урал и Сибирь выводилось новое производство, организовывалось, и до сих пор эти еще заводы, многие работают. Поэтому остановить это помогают те разработки, которые идут в Нижнем Новгороде и в целом по России. И это все за этим стоит, в том числе и энергичная работа «Народной правды». Ну и ленинские конференции, которые у нас постоянно озвучивают, везде можно на сайте прочитать эти ленинские конференции, и в том числе и мое выступление направлено только на развитие России, и в этом плане помощь у нас достаточно много оказывается. Если бы, в принципе, руководители страны в большем объеме черпали то, что дается, и как очень хорошо сказал профессор Казенов Александр Сергеевич, это самая умная газета, и не случайно она направляется в помощь и поддержка специально, она имеет регистрацию в Смольной, и из Смольного направляется в Кремль, направляется в Белый дом, на уровень первых лиц страны, чтобы хоть что-то почерпнули и страну сделали более мощной. И движение может организовываться только в крупном машинном производстве. И если это будет, то и нашему движению будет большая перспектива. Поэтому мы всячески должны поддерживать. А то, что промышленность, мы затрагиваем автомобильно, а то, что в промышленность достаточно по многим отраслям еле-еле дышит, это мы видим. Но не может быть даже удачных разработок, если они не внедряются. Казалось бы, на основе стратегии была подписана в ноябре 2008 года концепция социально-экономического развития страны, где основная задумка была приоритет отечественной промышленности. Закупили в условиях кризиса, вместо того, чтобы сконцентрироваться на главной задаче поддержки отечественной промышленности, закупили в основном импортное. И вот мы находимся на трассе Санкт-Петербург-Москва. Рельсы из Японии. Сапсан, за который Виктор Аркадьевич Тюлькин достаточно очень здорово боролся. Против него боролся. Боролся, чтобы был наш «Сокол» ходил, который поверженный в металлострое, а не «Сапсан», который «Сименс». И в публикациях прошло, что «Сименс» затрачивал около миллиона евро в год, чтобы закупали «Сименса» продукции. И Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, что на госзакупки было выделено 6 триллионов. И 1 триллион, шестая часть, ушла на откаты. Это даже то, что говорит президент России. Поэтому, конечно, ситуация очень непростая. В авиации, мы знаем, наша страна в 90-й год выпускала порядка 200 гражданских самолетов. А 2010 год закончила, что 10 самолетов гражданских, то есть в 20 раз меньше. И в других отраслях закупаем «Мистраль», вместо того, чтобы наши мощный военно-морской был флот и нашим предприятиям заказ. Поэтому газета «Народная правда» занимает активную позицию о поднятии промышленности в России. И поскольку сегодня 20-летие, давайте по традиции нальем бокалы. У нас все это безалкогольное. Кто еще не налил, пожалуйста, налейте. И давайте прокричим за народную правду, за ее развитие, за то, что она и дальше занимала активную позицию в интересах развития страны. Давайте за народную правду, за его мощного руководителя, главного редактора, профессора Попова Михаила Васильевича. За весь коллектив. Давайте, два коротких, третий протяжный, 3-4. Ура! 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 За народную правду. С праздником, да, с юбилеем. Спасибо. С юбилеем.
Слово представляется кандидат экономических наук, ректор университета современного производства фонда рабочей академии Виктору Ивановичу, который знает, где деньги у нас, куда они ушли. Но не знает, как их обратно. Ну, он, может быть, уже знает, сейчас расскажет. Если будет написано когда-нибудь история народной правды, то, что вы сейчас сказали, оно войдет в первый тур. Я еще раз хочу. А то, что вы скажете, во второй. Я только дам начало. Еще раз хочу отметить, что без труда. Давайте проследим дальнейший путь. Дальше во втором, в третьем, в других домах будет рассказано, как она попадала. Блин, читать. А ведь газета в 93-м году рухнула официальная система сохранения через рост печати. Пустое место не может оставаться. Была потребность. И были найдены формы, как ее доводить до читателя. Газета попадала в крупнейшие заводы России, крупнейшие предприятия, такие как завод «Красная Сурмова», завод имени Лихачева, морской порт Санкт-Петербурга. Кто участвовал? Вообще зрители газеты. Где же рабочие, активисты, авторы? Это второй вопрос. На этом она еще держится. Я приведу маленький пример. Попадала газета. По почте посылали несколько пачек распространителей, в том числе предприятий. А председатель правкома, мне так называемый круглый гараж, я раздавал водителям междугородних автобусов. Они брали уже пачки газет, с собой в автобусе, и развозили по области. И они попадали на автостанции, Демян, Свинки, Вытина. Оттуда же попадали. Где-то система уже осталась, где-то нет. Для этому, благодаря этому, дело свое дело. Уверен, что без газеты, скажем, на разу не были, скажем, докеры морского порта не достигли бы таких успехов. Но еще я хотел бы добавить. Помно подсказал поэт, что газета получила свою лицо благодаря тому, что там были иллюстрации, посты, карикатуры наших художников Федора Леонидовича. Я хочу поднять тост за тех, кто распространял. Ну, вы видите, что вопрос переместился в первое распространение газеты, потому что газеты без распространителей, которых у нас много в разных 60 городах, они газету ждут, они присылают деньги. Деньги, конечно, такие, на которые газету, конечно, не издашь. Вот. Но они присылают то, что могут. И то, что в этих условиях, в каких они оказались в жизни, они могут выделить. И тем не менее отрывают от своего скромнейшего бюджета и присылают газеты. Значит, я хочу предоставить слово Константину Константиновичу Шабусову, который взял на себя добровольно такую очень сложную и тяжелую задачу. Он у нас руководит отделом распространения газеты. И постоянно об этом думает, мучается. И благодаря этому у нас распространение идет. Пока пауза, я хочу сказать, что здесь отсутствует Лидия Анатольевна Мальцева. Вот. Но присутствует ее сын, который вместе с ней отправляет газету в эти самые 60 городов. И поэтому это большая очень работа, которую им приходится проделывать. Большую работу делают наши товарищи нижегородцы. Распространяет газету, рассылает по всем авиадиспетчерам. Еще по ряду адресов наш товарищ Герасимов Иван Михайлович. Надо сказать, что у нас иногда по доверенности выпускается газета в Невинномысске, тоже довольно-таки большим тиражом, что делает Олег Анатольевич Мазур, и там распространяет их организация. То есть я хочу сказать, что газета... На экономических газета, форумах, на тысячелетие Казани и других важнейших мероприятий страны. Да, распространяет тот, кто делает это замечание. И так далее. Пожалуйста. Если не довести до читателя, конечно, она не будет полностью. Конечно, в первую очередь, вот как Михаил Васильевич сказал, что Мальцева Лидия Анатольевна, вот ее сын здесь находится у нас, Владимир Алексеевич. Молодцы, они вместе помогают. У нас газета распространяется постоянно у любого, не у любого, а в основном многочисленных метро, где бывает большинство рабочих проходит. Это у нас распространитель Прозоровой Инна Ивановна.
конечно, большинство газет, это вот помощи нашей коммунистки усугубляются в порту. Потому что на других производствах трудно, есть такая трудность. Поэтому вставляем с помощью тех людей, которые там работают, которые могут нам помочь. Именно вот газета «Народная правда» способствует обеспечению, вот создает условия для того, чтобы приблизить вот это время, когда наступит коммунистическое общество. И тогда будет действительно полноценное обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития общества. Здесь, несомненно, я бы хотел отметить огромнейшую роль, конечно, это вот Михаила Васильевича Попова, главного редактора. Здесь и Александр Сергеевич Казенов очень большую работу проводит, Герасим Иван Михайлович, также главный редактор, вот заместитель главного редактора Борис Николаевич Гавшин. У нас также есть газета «За рабочее дело», это редактор этой газеты Рисев Юрий Львович, он бывший докер, сейчас, правда, на другой работе, сегодня он не смог присутствовать. А вот Иван Михайлович, он редактор газеты «Правда труда». Он, хотя она выходит у нас и трудно, но это как бы помощь нашей газете «Народная правда». Во всяком случае, мало ли, случись, как было в 90-е годы, трудно было с «Народной правдой», у нас есть возможность обеспечить все равно информацию для общества с помощью, допустим, газеты «Правда труда» или «За рабочее дело». Поэтому я, несомненно, очень ценю и уважаю этих товарищей, которые уделяют огромное свое личное время, свои средства уделяют только для того, чтобы газета выходила и выходила регулярно. Так что желаю огромнейших успехов нашей газете «Народная правда». Спасибо за внимание. Пожалуйста, вручите мне слово, представляете, Тамаре Борисовне, заведующей орготделом газеты. Я задам, когда «Народная правда» экономист-полиграфист, нужна газете, давай приходи работать в газету. Я, честно говоря, очень признательна этому событию в моей жизни. Открыла или открывала, училась. Наступил такой период, когда редакция испытывала уже сложности финансовые, и заработная плата, она зарабатывалась как? Распространением газеты. А как распространяешь ты? Значит, как умеешь? Не умеешь — учись или ходи без денег. Это жесткая школа была. Получай зарплату газетами. Получай зарплату газетами. И тогда вот уже система «Союз печати», она была акционирована, и все районные вот эти подразделения работали каждый самостоятельно. И там, где ты живешь, где ты ходишь к киоскеру и пытаешься договориться о газете. Брали газету, но не через разрешение начальства, а как левый товар. Брали, продавали, деньги возвращали. Левая газета, левый товар. И вот период, когда нужно с газеты выйти и общаться, когда нужно о ней сказать, чтобы ее у тебя купили, вот это очень ценный для меня был период в жизни, потому что без того, чтобы найти правильную нить, да, правильный тон для общения с человеком, чтобы помочь ему разобраться в этой ситуации, сегодня тоже никак нельзя. И я знаю, что распространители газеты были действительно непрофессиональные, но это люди, которые работали, понимая важность, которую несет газета в себе, и потребность ее. И я хочу сказать, что мне кажется, газета начала свою жизнь вот в знаковый период, это август 91-го года. Это когда запрет на КПСС вышел, да? Когда вообще народ не знал, куда, в какую сторону и на кого и как опереться. А вот газета явилась именно вот этим моментом. К нам приезжали через газету также из, вот я помню, из Волгодонска молодые земледельцы. Они приехали к «Народной правде» обратиться, чтобы та помогла войти в контакт с кировским заводом, чтобы там приобрести запчасти для трактора «Кировец». Вот такая вот
цепочка была. И в действительности нельзя просто недооценить всего того, что «Народная правда» сделала. Это был первый смелый выход против складывающейся системы, которая была, вот уже сказано, что было видно, куда все это пойдет. Это единственная газета, которая тогда говорила правду и говорила открыто. И «Народная правда», она оправдывает свое название. Поэтому очень хорошая боевая биография у газеты, да, хороший коллектив, который сегодня работает. Задачи, они не меняются, они все те же. Поэтому я хочу предложить выпить, у кого что есть, какой сок. Да, за то, чтобы газета продолжала нести тот боевой дух и тот заряд, который сегодня очень необходим. Он сегодня нужен еще больше, чем тогда, в 91-92 году, потому что сегодня уже много разных газет, которые раздаются бесплатно, всякие рекламные, и из этого вороха бесплатной макулатуры найти газету, прочитать не то, что нужно, помогает для жизни, это сегодня важно. Поэтому за продолжение жизни «Народной правды» и ее задачи, которые она несет. Я хочу сказать, что здесь далеко не все присутствуют, кто участвует у нас в издании газеты, и кто очень большую роль играет. Например, Александр Владимирович Золотов, заведующий кафедрой Нижегородского университета и вице-президент фонда Рабочей академии, нам присылает про существу готовый материал Российского комитета рабочих. Готовый только в том плане, что вот он, рука у него не поднимается, урезать его до того объема, в котором он влезает нам в газету. Поэтому у главного редактора хорошо он считает, что это должен я вот обязательно резать всех, резать и резать. Вот. Но что резать, он нам дает. Я хочу сказать, что в том же самом Нижнем Новгороде товарищ Сенков за один день 500 экземпляров распространяет, встает в 5 утра, идет к заводским проходным и по 500 штук распространяет. Поэтому у нас нет проблем с тем, чтобы распространить газету, скажем, в Нижнем Новгороде. Они говорят, сколько привезете, столько распространим. Ну вот мы смотрим, сколько увезет Борис Николаевич. Борис Николаевич вооружается 3000 газет и едет в Нижний Новгород. И, так сказать, эти 3000 оттуда уходят по всей сети, с которой, которая обеспечивается Российским комитетом рабочим, по всем адресам, по тем, где есть те люди, которые приезжали на заседание Российского комитета рабочих. То есть она уходит как раз вот по линии рабочего движения. Я уже говорил, что у нас как бы получается несколько сетей распространения. Не вот одна сеть распространения, которую Лидия Анатольевна и Владимир Алексеевич обеспечивают. Вторая сеть распространения вот через Нижний Новгород. У Ивана Михайловича, можно сказать, третья сеть распространения. Причем очень большие отправки по всей связи с авиадиспетчерами получает. Тамила Осиповна получает, наши товарищи на Украине и так далее. Ну, губернаторы получают и в Нижнем Новгороде. Да, да. При этом мы, конечно, нашу газету. Если вы пойдете в музей Ленина в Бразливе, там, пожалуйста, бесплатно раздается наша газета для тех, кто приходит в музей. И там вечно кончается, и вот я когда бываю, туда снова привожу, и снова там раздают. По подшивку. Да, значит, вот Иван Михайлович отвез в Разливскую библиотеку, в две библиотеки. Старорецкую библиотеку. Подшивку «Народной правды», они с благодарностью это приняли. То есть я хочу сказать, к нам, правда, обращался и дом Плеханова с тем, что давайте вы архив «Народной правды» передайте нам. Но как-то мы вам позвоним, но как-то они потом не стали звонить. Но во всяком случае, безусловно, авторитет соответствующий есть у нашей газеты, и распространение тоже идет. Хотя мы понимаем, что, конечно, лучше бы, если бы у нас было больше бы людей. То есть мы тоже можем вместе с Василием Николаевичем сказать, что если бы у нас товарищи рабочие там и товарищи интеллигенты меньше ныли, а больше бы брали в руки газеты и разносили, то дело наше пошло бы живее и быстрее. Когда шире распространяется газета, и больше и печатается, больше готовится материалов и так далее, и больше результат. То есть, конечно, газета – это отражение того состояния общества, которое есть. Вот люди борются вместе со своей пушкой, так сказать, с орудием. Газета – это орудие. Если люди борются, то орудие попадает в цель и помогает им воевать. Если они слабо воюют, ну, орудие таскают, там, возят, время от времени оно стреляет. Поэтому «Народная правда» в этом смысле, конечно, в полной зависимости находится от народа.
Поэтому вот сегодня особенно важно, я хотел бы обратить внимание на то, что чем характеризуются работники нашей редакции. Это люди, которые поняли вот главную такую мысль Ленина, что в контрреволюционное время тот, кто не может по грязи проползти на животе, тот не революционер. То есть вот надо взять самую черную работу, сделать, править, завернуть, еще раз перепроверить, ошибки исправить, где-то поискать деньги, связаться и так далее. То есть нам приходится много такой работы выполнять. И вот образцом такого человека, можно сказать, был Борис Лаврентьевич Фетисов, который долго проработал первым заместителем главного редактора. Он находился в партийном аппарате и с собой олицетворял как раз тот факт, что не все в партийном аппарате, не только на уровне секретарей парткомов, но и даже в самом партийном аппарате, не все далеко, так сказать, вот так взяли и предали. То есть были люди, которые последовательно отстаивали социалистическую, коммунистическую, патриотическую позицию. И Борис Лаврентьевич работал, как говорится, до последнего момента, пока вот у него руки могли привезти газету. Так сказать. Вот он ее вместе со своим сыном привозил. Я приглашал его жену и его сына. Ну вот как-то они не собрались сюда приехать, хотя они тоже очень много в это дело вложили своих сил. Я хочу сказать, что очень много было эпизодов, когда люди приходили, приносили деньги и уходили. Постоянно. Продукты даже приносили. Продукты приносили. И всячески помогали газете. То есть газета иногда уже, как, когда очень много трудностей, а мы все время судились, постоянно. Вот сидит Федор Леонидович, он же, можно сказать, почти уголовный преступник вместе со мной. И вместе с Бушиным. Да, вот, так сказать, товарищ... Шейков. Товарищ хотел... Шейков. Хотел Степашин возбудить уголовное дело и привлечь нас к уголовной ответственности. Но мы в клетке не сидели, а Долгов в клетке сидел. Долгов просидел 10 дней, как вы знаете, в СИЗО в Крестах. Так что он, так сказать, я уже ему говорю, ну вот, Виктор Георгиевич, наконец-то ты меня обогнал. То я был больше революционер, ну теперь ты уже больше. Тут я уже, тут политический, этот, можно сказать, узник совести. А я приходил тогда, когда был прокурором города Веревкин, пришел к нему в кабинет, говорю, я вот профессор. Он говорит, да, очень приятно. Показал красную книжечку, прошел там, как-то они не сориентировались, сейчас так не пройдет. И прямо в кабинет к этому самому. Он говорит, а вы с каким вопросом пришли? Да я пришел с тем вопросом, что у вас в клетке вот еще профессор сидит. Как так сидит? Да вот, говорю, наш главный редактор. Вот причем, значит, не явился прокурор, а его взяли и в клетку посадили. Были у нас попытки привлечь за то, что мы одного директора мясокомбината, который по-хамски относился к рабочим в Москве, привлечь к ответственности. Нас таскали в суд, мы не приходили. Они все приезжали из Москвы. А суд все тянул. Наконец, уже те перестали приезжать, мы стали приходить, говорить, ну вот видите, мы приходим, а те не приходят. Ну и закрыли это дело. Вот. Были у нас другие вызовы в прокуратуру, когда, помните, Виктор Аркадьевич, было стихотворение опубликовано Станислава Золотцева «Под нож». Свердловский, первый секретарь, забрался в Кремль, и всю страну он душит. Вот. А называется Свердловский Боров «Под нож». И вот этот Свердловский Боров всех душит, Россия дышит мятежом. Но каждый Боров должен помнить, кончает век свой под ножом. И я вот на съезде народных депутатов, я туда был вхож, но только в фойе. Дальше я был, но в фойе я всем раздавал. Все народные депутаты идут, вот показывают по телевидению, каждый народный депутат несет СССР. Несет газету «Народная правда». И потом они открыли под нож. РФ. Под нож. И потащили Хасбулатову. На Верховном суде. Тот говорит, еще я газетами буду заниматься. И я не буду заниматься. Тогда они побежали в Генеральную прокуратуру. Генеральную прокуратуру в городскую. Городская в районы. Городская Долгова вызывает. Но поскольку я профессор по кафедре экономики и права, я прихожу. Где Долгов? Да я вот, говорит, сейчас газету выпускает, а я вот его заместитель. Все, в чем вопрос? А вот... Вы написали вот такой вот материал, а мы проводим проверку. Вот вы написали там Свердловский Боров. Кого вы имеете в виду? Я говорю, так вы там же помните, был Филатов Свердловский. Наверное, его писатель имеет в виду. Филатов же оттуда как раз, из Свердловска. Да. Но как это вот вы опубликовали? Ну как, говорю, у нас гласность объявлена. Нету никакой цензуры. Приходит... Станислав Золотцев. Вы Станислава Золотцева знаете? Говорит, не знаю. Как же вы не знаете? Говорю, секретарь Союза писателей России.
приходит секретарь Союза писателей России к нам, «Народную правду», приносит стихи, басню. Ну а басни они какие они могут быть? Козлы, ослы, бараны, ну, кто? Боровы. Тут там ничего хорошего не может быть в басне. И говорит, вот публикуйте. Мы публикуем. А я говорю, а вы кого имеете в виду? Он говорит, я? Я говорю, да. Да я никого, говорит, не имею в виду. Мы просто проводим проверку. А, ну, так вы провели проверку? Да, говорит, провел. Ну, тогда, говорю, давайте я вам расскажу анекдот. Анекдот я ему рассказал такой, что вот выходит Жуков от Сталина, и тот ему не утвердил план операции. Он говорит, ох, рожа с усами, мимо генерала. А генерал раз сразу к Сталину. Говорит, вот так вас назвал, Иосиф Виссарионович. А ну, верни его. Ну, Жуков возвращается, подходит. Товарищ Сталин, маршрут, маршрут, пив. Товарищ Жуков, вы кого имеете в виду? Гитлера, товарищ Сталин. А вы кого имеете в виду, товарищ генерал? Я говорю, ну все. Он говорит, ну все, хорошо, пошли. То есть у нас были такие приключения, и не раз. Одно я вот в прошлый раз рассказывал, как вот по делу будем считать Алексеева, Бушина и Попова, Паскали, у нас, поскольку, так сказать, мы не так изобразили Степашина, как он считал. Михаил Васильевич, а еще Приднестровская история была очень. Да, еще Приднестровская мощная, была история. Да. То есть я хочу сказать, что у нас постоянно, ну это неизбежно, газета есть газета. То вот однажды Александр Сергеевич Казенов приходил в прокуратуру объясняться, почему мы неправильно повели себя на выборах, что мы там, значит, а мы сделали институт имени Сахарова, который делал прогнозы выборов. И по прогнозам получалось не Собчак, а Яковлев. Им это не понравилось. Но точно очень были прогнозы у нас. Точные и точные. Потому что вот две трети правильно высказывались. Но вот сейчас можно раскрыть, что их трое человек было всего, которые опрашивались. Казенов, я и Долгов. А одна треть, которая неправильно высказывалась, это кто из трех? Это тайна. Это тайна. И вот его, значит, так же так, и, значит, вот Александр Сергеевич со всеми своими, так сказать, знаниями там объяснял прокурору, что мы вот, ну, может быть, если буквы и неправильно, по духу мы правильно действовали, гласность. Он говорит, как же вы не опубликовали, какие у вас вопросы, никакую выборку не опубликовали, ну, мы, говорит, это все исправим, в общем, присылайте телегу, мы не удовлетворены объяснением вашего заместителя. Давайте, говорит, это, принимайте меры. Мы пишем письмо. Письмо о том, что мы, значит, собрали совещание редакции, значит, объявили выговор первому заместителю, Фетисову Борису Лавренчу. Я долго говорю, ну и что, я подписывать должен? Говорит, нет, зачем? Пусть Фетисову подписывают. Как же, говорит, он будет. Ну ты же, говорит, главный редактор, а он. А к тебе кто прислал? Зам прокурора города, зам. А ты главный. Вот когда прокурор придет в город, тогда ты будешь подписывать. А сейчас подписали. Значит, Фетисову объявить выговор, подпись. Первый заместитель главного редактора Фетисов. И отстали. Короче говоря, тут без суток и без придумок не проживешь. Не проживешь, безусловно. И, конечно, однажды, значит, вот как собаки могут попасть, помочь в издание газеты? Ни за что никто не придумает. Приходит один ко мне товарищ, это как раз был один из адвокатов Долгова. И, а вот как вы относитесь к тому, если вот взять публикацию про то, что вот те, кто не любит собак? Я говорю, ну, можно сделать. А сколько это будет стоить? Ну, вы понимаете, что такое газета? Говорю, вот вы хотите поехать в маленькую вот на этом сиденье. Так надо, чтобы вагон поехал, а вагон же не поедет без всего. Надо за поезд заплатить. Заплатите за поезд, и поедет этот вагончик. А говорит, а можно частями? Я говорю, можно. Вот он первую неделю, первый месяц приносит. Значит, $200, я говорю, спасибо, хорошо, считайте, что четвертая часть у вас этой самой газеты уже вашей статьи оплачена. Второй месяц приносит еще $200 и пропал потом. Ну, пропал и пропал, мы выпускаем газету без этой статьи. Но право у него остается до сих пор. Если он сейчас придет и скажет, так право у меня есть на пол статьи, несите еще $400, и мы издадим. Вот, так что, надо сказать, что само, так сказать, наше пребывание в Смольном сыграло свою роль. Мы получили помещение, ну, в порядке компенсации за то, что мы выехали из Смольного. Мы получили после долгих переговоров помещение на Белинского, потому что никто бы его так нам никогда не дал, ни за какие глаза. Вот. А на Белинского, то есть, вот, понятное дело, что для того, чтобы там удержаться, мы сдавали в субаренду, хотя нам никто не разрешает сдавать в аренду. И, как говорится, мне пришлось постоянно этим рисковать. Вот, поэтому это, в общем, была не очень приятная была история. То есть, конечно, выпускать газету, которая идет против течения,
непросто. И тем ценнее вот вклад всех товарищей, которые в это вносят свою лепту. Поэтому я хотел бы сказать, что вот мы собрались, в том числе, нам очень приятно всем работникам газеты, что пришли люди, которые участвовали, участвуют и будут участвовать в создании газеты, которые помогают всем, чем могут, тому, чтобы это дело было. Не ради газеты, конечно, не ради газеты, а ради нашего общего коммунистического народного дела. То есть никогда в народе стремление к борьбе за правое дело не погаснет, не потухнет. Вот, может быть, там кто-то вдруг... У нас страна большая, кто-то устал, кто-то уже не может. Одни уже, опустили руки, а другие засучивают рукава. Поэтому, если это крупная газета, если крупное какое-то дело большое, если проблемы поднимаются серьезные, то это не загаснет. Не загаснет, но может поменять свои формы, поменять может руководителей, поменять может структуру, но это дело живое и жизненное, и поэтому с уважением к нему относиться будут все порядочные и нормальные люди. И я думаю, что вот та попытка, которая была у Горбачева, у Хрущева обмануть, ну обманывали, ну многих обманули, но, как известно, обманывать можно многих, и долгое время нельзя обманывать всех и всегда. Поэтому наше вот название «Народная правда» очень бьет точно в точку, потому что всегда есть в народе люди, которые выступают за правду и которых не обманешь. Не знаю, насколько там умная газета, не умная, но обмануть нас не удастся. И я думаю, что в этом отношении мы тут очень твердо стоим. Обмануть нас не удастся, мы сами знаем, что хорошо, что плохо, и ни у какого начальника спрашивать не собираемся. Над нами никаких начальников в этом отношении нет. И я думаю, что это очень здорово. И здесь вот мы сейчас находимся. Тоже мы ни у кого ничего не спрашиваем. Это вот то место, которое... Вы хотите построить страну, показать, как надо жить при социализме. Ну, хотя бы покажите, как вот взял Владимир Ильич сегодня и починил крыльцо. И мы пошли, крыльцо, никто ногу не сломал. И это хорошо. Но если люди это сказать, а говорят, ну, это вот со социализм мы выступаем, а здесь у вас надо чинить крыльцо... Я думаю, что с малых таких вещей все начинается. Пожалуйста, можете картошку посадить, вот можно забор починить. У нас всегда есть что сделать. И тем более, что мы сохраняем здесь ленинское наследие и сохраняем свою историю. И сохраняем не ради вот этого места, понятное дело. Это наше общее отношение к нашей земле, к нашей родине, к нашей стране, к нашему городу, к Ленинградской области, с которым должны считаться руководители Ленинградской области и все местные власти. Они нас знают, уважают и с нами предпочитают дружить. По той самой причине, что лучше с нами дружить. Потому что мы, конечно, люди мягкие, но можем и врезать при желании. Вот такая ситуация. Кто хочет продолжить заключительное слово, прошу сказать. Да, Анатолий Дмитриевич, пожалуйста. Он наш добровольный помощник, и всегда, когда его мы просим с чем-нибудь помочь, он мгновенно откликается, сразу появляется и сразу принимает меры. Пожалуйста. Вот очень много было драгоценных слов сказано в отношении газеты. Но мне хочется отметить еще, мне кажется, очень важный элемент. Это то, что, понимаете, особенно в наше время такое, когда кишмя кишит вокруг, понимаете, гнуснейшая ложь и раздрай между людьми, и когда собираются люди, понимаете, единомышленники доброго такого светлого направления. Вот это особенно драгоценно. Это очень радостно находиться в кругу таких друзей. Спасибо. Хорошо, нам спасибо.